Здравствуйте, Анатолий Эдуардович. В студии от наших инвесторов в течение всего дня приходило очень много вопросов. Конечно, ваше выступление, как обычно, вызывает большой отклик. И особенно после прогулки по Экотехнопарку и рассказу о всех улучшениях, модернизациях и других вещах, которые вы рассказывали о транспортно-инфраструктурных комплексах, пришло определенное количество вопросов, мы их группировали, и те, которые были наиболее популярны в той или иной форме, и которые, на наш взгляд, будут наиболее интересны широкому кругу слушателей, я от лица инвесторов буду вам задавать. Хорошо. Первый такой вопрос – это когда будет переход на следующий этап? Я много раз говорил, снова повторяю, я не занимаюсь привлечением инвестиций. Я, да, составил программу из 15 этапов, опубликовал ее, но дальше вот это уже движение вперед по инвестированию проекта, по усилению этапов, это делают наши инвестиционные фонды, к которым я, в общем-то, не имею отношения, потому что я не учредитель, я не директор там. Я и в системе вот Skyway, инвестпроводящей системе Skyway, которую я же создал, я всего лишь акционер. Ну, самый крупный, но акционер, да? И поэтому я уже здесь работаю как исполнитель скорее, а не как тот, который формирует этапы. И исполнение идет в соответствии с тем, как идет финансирование. Если не будет денег, то можно ли иметь штат инженеров 1000 человек? Можно иметь офис, где они будут работать? Могут ли быть компьютеры, на которых они работают? Программные продукты? Может ли без цеха, без станков и так далее, можем ли мы выполнять какие-то элементы? Или изготавливать подвижной состав, или делать там систему управления, или какие-то элементы путевой структуры? И можно ли построить тестовые трассы, где они так и называются, тестовые, где мы можем протестировать, изучить, исследовать, внести улучшения, изменения, сертифицировать и выйти на рынок. Так? И поэтому, ну так сложилось, там было несколько форс-мажоров, и Литва, и известные там события в Литве были. Поэтому, естественно, и план, он план. Я не знаю ни одного плана, который бы выполнялся один в один. Ни одного я не знаю плана. В Советском Союзе хотели коммунизм построить, строили и не достроили, потому что даже не начали строить. Так? Хотя работали на это миллионы людей, ресурсы громадные были, деньги были, все было. Да? Поэтому, естественно, мы максимально быстро, я все, все, что от меня зависит, делать для того, чтобы действительно все эти этапы были реализованы. Причем основной критерий за меньшие деньги, за меньшие сроки сделать больше. Вот такие подходы. Поэтому, я уже как исполнитель говорю, я не привлекаю финансы. Да? Я использую деньги как инструмент для достижения целей, ну, целей всех инвесторов. Создать новый вид транспорта и выйти с ним на рынок. Это цель. Да? И, естественно, продавать эффективно все это и получать прибыль. И, естественно, благодарить тех, кто вложился вот на этих этапах венчурных, то есть благодарность этой в виде дивидендов и в виде того, что он имеет долю, которая, ну, капитализирована, имеет большие деньги, можно продать и вернуть там, может быть, до 10, ему стоили в 1000 раз больше, чем вложил. Да? Вот мы к этому, естественно, движемся. Я как самый крупный акционер, который больше всего вложил в статьи инвестиций, я самый крупный инвестор, деньгами в том числе. Не только моя антитарно-сопная, я и деньги свои вкладываю, все, что я зарабатываю, я вкладываю в развитие Skyway. Да? Поэтому, как и исполнитель, говорю, что мы, да, вот за 3 года, ну, где-то примерно привлекли треть необходимых средств для реализации этих 15 этапов. Очень много. И самая дорогостоящая часть – это высокоскоростное направление. Вот фактически надо сейчас на этих этапах, оставшихся этапе, привлечь эти деньги.
А это порядка 200 миллионов долларов. Ну, 150-200 миллионов долларов. Зависит от того, что мы будем делать. Там, инфраструктуру полностью или там, часть, там, какая длина трассы, там, какие скоростные режимы и так далее. То есть от этого, естественно, цена меняется. Да? Это было заложено и в планах. Так, и этапы закончатся тогда, когда мы вот, привлечем необходимое финансирование и построим уже последнюю тестовую трассу, которая будет высокоскоростной. И сейчас у нас две альтернативы. Один вариант построить здесь, в Белоруссии, и мы сейчас снова вернулись к отводу земли 21 километр. Или построить в Объединенных Арабских Эмиратах, где у нас, в принципе, уже земля есть. На вот как раз на такую тестовую трассу, где будет эстификация, демонстрация, и откуда потом уже пойдут и адресные проекты на высокоскоростной транспорт. Но опыт работы в Эмиратах показал, что, к сожалению, там условия строительства сложнее. То, что мы делаем здесь, это же стоит там 2-3 раза дороже. Ну так рынок устроен, так, там климат такой, там такие зарплаты, там, да. Поэтому, если взять экономическую составляющую, то, конечно, лучше было бы построить Беларусь. Так. И просто надо меньше на это денег, а деньги сейчас и коронавирус, там, и другие события, которые произошли в мире, как-то не увеличили бюджет наших инвесторов, их там доходную часть и так далее, поэтому инвестиции, естественно, они не увеличились, они упали за это время, да? Но мы должны реализовать эти этапы и сделать этот этап последний. Естественно, мы это сделаем. И поэтому мы работаем сейчас и с крупными инвесторами, и в том числе ищем возможность привлечения бюджетов, некоторых сообществ, в том числе отдельных стран. Эта работа тоже сейчас ведется. Да, благодарю. Я уверен, что это обширный ответ, который отвечает на те многие разные вопросы, которые мы сгруппировали под тем вопросом, который был задан. Star Club. Возможности безграничны.